пустыни. Готовите путь Господне. Уготовите путь Господне. Господи, зря храбрый приезд. Решилися, Господи, за храбрый приезд. Крещение, прося, не ведай греха. Крещение, прося, не ведай греха. Видишь, воды убояшася. Видишь, я воды убояшася. Трепетен без притечи его запила гуля. Трепетен без притечи его запила гуля. Просветит светильник света. Так просветит светильник света. Руку положит раб на владыку. Так руку положит раб на владыку. Посвяти мне воды спаси в земле мира грех. Посвяти мне воды спаси в земле мира грех. Пророчество Исаии на чтение. Тако глаголит Господь, да возвеселится пустыня жаждущая, да возрадуется пустыня и просветит, яко крин, и да прозябнет, и вся возвеселятся, яко проразися в пустыне вода и дебри в земли жаждущей, и будет безводная в блата, и в жаждущей земли источник воды будет. Там будет веселье птиц, водворение сиренов и тростей и блата. Там будет путь чист и путь свят наречется. И не мимо идет там нечист, ниже будет там путь нечистый. Растения же пойдут по нему и не заблудят. И не будет там льва, ниже от зверей лютых взыдет нань, ниже обрящет тамо, но пойдут по нему избавлени и собрани от Господа, и обратятся, и придут в Сион с весельем и радостью, и веселье вечное над главою их. Хвала и радование, и веселье постигнет их, отбеже болезнь и печаль, и воздыхание. И восподобитесь нам слышанию Святого Евангелия Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прости, услышим Святого Евангелия. Мир всем и духови Твоему. От Марка Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава. Во время оно прииде Иисус от Назарета Галилейского и крестися от Иоанна во Иордане, и абие восходя от воды, видя разводящиеся небеса и духа, яко голубя сходяща на. И глас бысть с небесе, Ты еси Сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Помолимся. Господи, помилуй. Послышь в мире и спасении душ наших. Господу помолимся. Господи, помилуй. По мире всего мира, благослови.
благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в огонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и Господине и Отце нашем, блаженнейшем митрополите Ануфрии, и Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Иларионе, и Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Арсении, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, по всем прищи и люди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже не спослати Господу Богу благословение Иорданово и освятите воды сия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Ты оба человека любче царю, прийди и ныне наитием святого твоего духа и освяти воду сию. Ты оба человека любче царю, прийди и ныне наитием святого твоего духа и освяти воду сию. Ты оба человека любче царю, прийди и ныне наитием святого твоего духа и освяти воду сию. И дашь ей благодать избавления, благословение Иорданово, сотворить унетление источник, освящение дар, грехов разрешение, недугов исцеление, демонов всегубительство, сопротивным силам неприступную, ангельские крепости исполненную, да все почерпающие и причащающиеся имеют юко очищению душ и телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов и ко всякой пользе изрядно. Ты, бо еси Бог наш, и же водою и духом обновив и обетшавший грехом естество наше. Ты, еси Бог наш, водою потопив и приной грех. Ты, еси Бог наш, и же морем свободив от работы фараони, Моисеем род еврейский. Ты, бо еси Бог наш, разразив и камень в пустыне и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и жаждущие люди твоя насытивый. Ты, еси Бог наш, и же водою и огнем применивый Илиею Израиля от прелести Вааловы. Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию духом твоим святым. Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию духом твоим святым. Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию духом твоим святым. Даже всем прикасающимся ей и причащающимся и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение. Слава тебе, Господи, не прищающимся тебе,
Сегодняшний день, братья и сестры, Господь являет Себя, то, что Он не где-то в запредельных небесах или где-то в отрешении от нашего земного мира, Он здесь, рядом, среди нас. Но будем ли мы вместе с Богом, это зависит от каждого из нас. Потому что Господь сердце сокрушенно и смиренно не уничижит. Господь там, где добро, Господь там, где прощение, Господь, где целомудрие, где чистота, где честность, где трудолюбие. И каждый из нас, братья и сестры, слушая голос своей совести, постарается, пускай, делать дела такие, чтобы не только Господь пребывал с нами, но чтобы и мы пребывали с Богом. А с Богом жить, братья и сестры, утешительно и радостно. Вот сейчас только что сами были свидетелями этой радости. Это только капля, содержащая в воде, капля воды, содержащая в себе силу божественной благодати, заставила нас быть как дети и радоваться празднику, и утешаться утешением великим. Не бывает без причины утешения, как не бывает без причины и горя, как не бывает без причины и слезы. И радость не бывает беспричинна, а радость та, что Господь с нами, Он рядом. Но каждый из нас, пускай постарается, братья и сестры, в сегодняшний день дать себе такое задание. Как со школы выходят и задания домашние несут, так и мы из церкви, как из училища благочестия сегодня вышедшее, такое домашнее задание понесем. Что-то доброе сегодня сделать. Просто так, ради Бога. И поверьте, что это доброе дело, оно Богу радость принесет, но оно и для вас радостью явится, утешением. Сегодня кого-то посетите больного. Сегодня вспомните своих покойных родителей. В сегодняшний день постарайтесь внимание оказать тем старшие дети, уже родителям, которые где-то живут. Возьмите, позвоните им, поздравьте с праздником. Сегодня, может быть, лишний раз за кого-то помолитесь. Крестный отец, крестная мама, свечки за своих крестников поставьте. Старайтесь сегодняшний день хоть чуть-чуть, но быть Божьими. И тогда поверьте, что утешение это будет в преизбытке у вас, не только от окропления святой водой, но и от чувства присутствия Бога с тобой и то, что вы рядом с Богом. А это очень утешительное чувство. Знаете, как маленькие дети, они к отцу или мамке прилепятся, обнимут за ногу и стоят и отходить не хотят. Так им хорошо. Вот так же и с Богом хорошо, братья и сестры. Недаром жизнь свою с Богом строили наши деды и прадеды. А когда надо было, то и на каторгу, и на расстрелы шли, не отрекаясь от Бога. Поэтому дай Боже, братья и сестры, чтобы наши деды и прадеды донесли до нас святое православие, а нам тоже его сохранить и приумножить. Это место, святые горы, названо святыми горами, потому что наши люди тут свято прожили. Не только монахи. И миряне сюда приходили со святыми чувствами, и святые дела творили, и своими руками строили эти великолепные храмы, и трудовыми копеечками созидали это великолепие наши благочестивые предки. Дай Боже нам что-то созидать, что-то творить доброе, и чтобы имя это «Святые горы» было не по заслугам наших предков, но и по причине нашего стремления к святости. С праздником всех вас! Thank you.
Господь.